Так, всем привет, маленький обзорчик. Принесли фотоаппараты. Вот смотрите, FET. FET у нас получается 150. Вилия с этим чехлом 80. Так, Коника 225. Polaroid 75. Киев 300, ну, можно полтинник убрать. И вот такие вот египетские, ну, это не дерево, это, наверное, полистон. Такой светильничек, ну, сказали, с Египта. Вазочка шикарная, 150 гривен, смотрите. Так, вот такой верблюдик. Это все получается винтаж. А, это пепельница получается. Это получается такая пепельница с верблюдом. Вот есть выемки для сигарет. Ну, интересно, интересно. И Нефертити. Женщина-фараон. Ну, сейчас споры идут. Никак до сих пор не могут решить. Она там вроде бороду себе цепляла и правила Египтом. Так, стол я показал вам, да, 1500. Ну, а так вроде надо все в тетради смотреть, что там еще принесли. Так что всех приглашаем. Так, вот смотрите, еще вот такой стол. Стол и две табуреточки. Это один. И такой точно есть, но чуть-чуть вот здесь вот чуть-чуть сбито. Ну, можно подкрасить. Значит, он покрашен вот этой краской дорогой. И сверху на несколько раз скрытый лаком. Значит, как он сделан? Смотрите, вот. Вот колесики, видите, да? И вы его можете вот так вот приподнимать. И приспокойно, куда нужно. Видите, да, он едет на колесиках. Одной рукой он движется. Так что, если у вас там какая-то кафешка, любая девчонка может его взять и смело одной рукой выкатить. У нас оно месяца два, наверное. Месяца два у нас постояли один. Ой, извините. Пух. Летает пух, чтобы еще аллергия не началась. Вот, значит, два таких стола. Один стол и лавочки стоят 1500. Вот, будет стоять в лавочке. Можете приехать и купить. Если нужно два, значит, подвезем в любое время. Так, смотрите, друзья, еще вот. Видите, да, какие... Дебилы у нас живут в городе. Выломали вот уголки со ступенек. Видите, да? Вот это сколько дури надо было. Сколько дури надо было, чтобы вот это все выломать. Вот, смотрите. Да, вот такое. Ну, видно, кто-то спугнул. И они не смогли уволокти. Вот, сейчас придется все это переделывать, все варить, укреплять. Потому что где гарантия, что в следующий раз то же самое не случится. Будем делать. Щебенка есть, песок есть, этот есть, как он, наполнитель для бетона. Будем шуровать, варить. Сделаем все шикарно. Может, еще поручни сделаем для пожилых людей. Посмотрим, как оно пойдет.